Всех зимующих в Иванове пичужек накормят досыта. Ежегодный областной конкурс «Покормите птиц» бьет собственные рекорды. Если в прошлый раз усилиями конкурсантов удалось собрать 144 килограмма съестных припасов в рамках номинации «Мой вклад», то этой зимой поступило свыше 400 килограммов различных вкусностей для птиц. Часть из них уже передана в ботанический сад, где располагается птичий городок. Некоторые корма, которые для птиц, к сожалению, непригодны, мы планируем передать в приюты для бездомных животных. Они уже согласились с нами посотрудничать. Ну а, конечно, остальной запас будет на следующий год. Каждый поступивший пакет тщательно взвешивают. Юные воспитанники объединения «Живой мир» охотно помогают взрослым. Где-то 3 и 1. Самый большой вклад на сегодняшний день внесли учащиеся Ивановского лицея номер 33. Они единовременно привезли 200 килограммов различных круп. Активно участвуют дошкольные учреждения – детские сады под номерами 145, 156, 15. Что именно не повредит птицам, в объединении «Живой мир» знают все без исключения. Здесь с малых лет учат жить в гармонии с природой. Можно семечки, хлеб, зерно, сало. Нельзя им давать черный хлеб, сладкое, соленое, поджаренное. В оргкомитет конкурса привозят семечки подсолнечника, сушеные ягоды, геркулес и в огромном количестве пшено. Хотя полезно ли оно для птиц, орнитологи спорят. Пшено является таким неким запасом в кормушке. Его в первую очередь могут не съесть, а когда наступит холодное время, когда человек не способен подкормить, оно может некий такой запас сыграть. До окончания конкурса остается всего несколько дней, но организаторы уверены, что за это время общий вклад жителей области в доброе дело превысит полтонны. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.